Всем привет, меня зовут Морг, а вы смотрите запись после стрима по игре под названием Enshrouded, где мы с ребятами из нашего комьюнити пытаемся выживать. Что же из этого получилось, вы увидите прямо сейчас. Приятного просмотра. Да, и туда пойдем. Ну пойдемте, хоть искорку заберем. Let's go. А нафига они нужны? Качать искорки, пламя. Качать пламя. А что это дает? Площадь увеличивает, и мы можем на более высокий уровень пелены ходить, и больше времени нам на это дает. О, какой домик интересненький. Ну, прикольно, с крюками-то хреново, мне нравится, типа прыгаешь так забавненько с ними. Да, там дальше будет потом сложно с ними прыгать. Опять стрелы забираете? Да забирай, у меня есть. Да, мне откуда, я с магией все равно бегаю. Кто лучник, кто-то забирает, пускай. Надя, отдайте, она с луком бегает. У нас еж запутался, кажется. Еж запутался, в смысле? А, там где-то там тусуется. Ой, нихера, здрасте, чтобы вылезал столько вас. Ой-ой-ой-ой-ой. Жесть, какой-то супер сильный щел. Сколько на него надо потратить всего. Да нет, брахло падает. Это понятно. О, это что за хрень? Это взрывные бочки, нормально. Ну. И что? Она просто стреляет вокруг. О, сейчас будет. В воздухе. Жесть. Блин, опять посох грёбаный. А это вы уже раскопались такую яму, или что это такое? Или так и было? Это подорвали вы так. А. Ну, мы же взорвали. Не-не, а там в земле просто такая лунка, смотрю. Это я подорвала. Разбор явно, да, есть. Тут-то я не вижу тут ничего такого, что можно было бы разобрать на металл. О, а это медь здесь или что это такое? Где? Yeah. А вот. Нет, это как почему-то просто камень, ну ладно. Мне кажется, кремень. Это кремень, да. Да-да, нам вон туда надо. А вот здесь какая-то штука? Там какая-то крыска? А. Понял. Блин, прикольный домик, мне здесь нравится. Хороший дом. Все, будешь жить здесь, или в пещерке все-таки определись. Блин, я буду переезжать, я буду это кочевой образ жизни вести. То там, то здесь. Зачем тебе тогда дом вообще? Ну так, чисто дождик пережить. А его рубить надо, да? Орик, подождите нас, пожалуйста. Да мы тут. А че его никто не охраняет? Странно. Ладно, я пошел рубить. Теперь можно, да. Все здесь. А в смысле никто не охраняет? А ну. Вот же, ну... Ну какие-то здесь неактивные, они прям пофиг вообще. Нет. Было. Никто не вылез даже. Это мне показалось, это был не спавнер. А что, это не спавнер вот это вот? Где? Вот это вот, норка какая-то, норка здесь. Не, это просто. Спавнер, он такой костяной. Ну да, я просто смотрю, какие-то норы. Странно. Как будто бы здесь предполагалось, что должен быть спавнер, но его нет почему-то. Так, ну нам дальше надо идти. Мы в эту в зону идем, в святилище? В святилище огня, да. Мне больше понравилось, все в одну сторону пошли, Морг бежит, потом берет, резко поворачивается, бежит в противоположную сторону. Я просто исследую мир, вы не понимаете. Так работает. Какие-то склянки стоят, смотри, тёпа. В таких зданиях бывают в стенах потайные ходы. А еще тут надо обязательно все эти разбирать урны. Потому что может быть даже металл на поздних уровнях. Ну, мне сейчас металлический этот лист упал. Так, листья металла и костная муха. О, чекарно живешь. Ну, это мы чекарно живем. Подождите, а вот искра, она для всех падает или только одна, опять же? Нет, она только одна на одно святилище. Она не респавнится даже, к сожалению. Так, а у меня вопросик, а вы себе сделали, типа, вот инструменты какие-то там новые из металлолома, нет? Нет. Металлолом же нет. Мы только сделали себе крюки, о чем ты, Морг? Это вы, подождите, фармили все это время металлолом, только на крюки получается? Да. Жесть. Нас же много. Звучит как дохера фарма. Дохера фарма, да? Блин, я Морка посеяла. Где Морг? О, фу, что сам себя не посеял. Жесть. Там это, береги здоровье, пожалуйста. Какие же они жесткие, а. What the fuck? Там могут пути. Держитесь.
Блин, посох жахает, будь здоров, конечно, тот, который у меня. Уже ж вы остановились, там лучник еще. Где-где? А. Дефрара просто грудью приняла урон на себя. Там еще один. Я на себя бунтами слишком сильно привязала, что можно и пожертвовать, так сказать. А там еще дальше какая-то жужжащие стены, блин, образовались. Да, да. Не было вроде. Этого, кстати, не было буквально, когда мы играли. Какие жужжащие стены? Говорю, осторожно! А что происходит? Что, куда осторожно? Впереди пятый уровень, ребят. Уааа! И жуки долбаные, вот это вот, да. Да блин, гребаный жук! Звездак. Просто с одного удара, как обычно. Жесть. Ему, видимо, не очень понравился фаербол в лицо. Но тут надо мяться. Там, типа, дальше жуки. И дядьки. О, нам туда надо. Нам же споры нужны. Если там дядьки есть, нам туда надо. Ну, я не уверена насчет дядек. Павнер. От факела подышала? Около факела подышать можно? Какого факела? Да не, факел — это та колба, которую он показывает. А, блин, я уже побежал, думал, там подышать где-то можно. Ай, блин. Логово особей. Ребят, соль. Я чуть за текстуру не улетел, капец. Страшно было. Блин, сейчас попрём все нафиг, а здесь минутка осталась. Да, ребят, давайте вернемся назад. Там будет понадежнее подышать. За минутку-то успеем? Должны, тут недалеко, по идее. Я видела это. Вот он, крюк, вот он. Вот, вот, Дефрар, вернись. Морг, вот. Я здесь, да. У меня нету, блин, этого выносливости. А потом два прыжка наверх. Вот здесь. И по вот этой штуке забираемся. Все, и тут уже наверху хорошо. 7 идет. Секунд, 6, 5. Давай, Морг, давай. О, все, фух, успел. Здесь можно дышать. Морг. Ау. Ты че? Что это за колдун? Знаешь, волшебник. Да это уже какой-то новый уровень волшебства. Это у тебя такой двойной прыжок, что ли? Да. Каев. Я потом себе еще хочу телепорт взять вместо этого, вместо ворота. Ух, нихера. Ауч. Страшно, когда в тебя целятся, а у тебя стыдно бьет. Ой, он вообще жестко бьет. Да, он шотает. Опять, еще один. Да-да. Это защитники, это алхимика, ну точнее, пленители или как это там. Тут, кстати, вроде раньше был квест, типа найти сокровище и за краем базы. Это потом алхимик даст его. Алхимик потом его дает. О, там наверху лучник, осторожно, ребята, опасно. Ни хера себе. Надо этого сначала убить, блин, ёжик, нет. Ой, тут сейчас замес будет. Где? Где ты есть? Ой, какой мне звездец, какой мне звездак. Я убегаю. Морг, бегу. Тихо-тихо там. Ой-ой. У тебя же есть и ворота, Морг. Тогда я уворачиваюсь. Пока есть стамина, все нормально. Вот она очень быстро тратится. Куда откис? Нормально все. Да, это вроде подняли уже. Бежим туда ко всем. Там еще другой человек был второй, ну ладно, вроде пошел за мной. Нам надо наверх подняться, ребята. Где-то, видимо, дверку не увидели.
Да, мы пробежали лестницу целую, огромную. Целую лестницу пробежали? А, ну да, вот она. Всё, я оживляю. Ещё вниз путь есть. Ну, давайте как-нибудь... О, алхимик. Так, а тут вниз-то пойдем куда-то? Еще он, Ёж, писал, что куда-то там можно вниз пройти. Где? Ну как? Да, там, там вон это, тайник мародера есть. Ну, надо, наверное, открыть его. Я так понял, что, наверное, не вот это, не про пещеру говорилось, так, где-то в замке был какой-то спуск вниз. Не знаю. А, вот реально вниз-то здесь прям лестница есть под лестницей. Лестница под лестницей? Ага, вот я куда... до сих пор залезть обратно не могу. А я, если что, тут ремонт. Короче, где стою я сейчас, вот здесь все побежали наверх, а тут прям буквально сбоку вот вниз спуск. А, ну тут просто какие-то... Тут, тут красиво, кстати, тут такая лава. И путь из ловушек просто. Ну, и я побежал. Так, где кузнец-то? Вот где ребята сейчас, видимо, были. На втором этаже или какой-то третий? Ну, где-то где алхимик, куда эти колбы стоят. Ты где? Прям тут. Пойдем, я тебе покажу. О, а тут неплохо, кстати, в сундучке. Тут есть легендарный лук. Так, нам вон туда. Ну, в пещеру туда, да? Ну, да. Морг, только не в дерево, деревья опасны. А, ладно. Блин, я зацепилась. Смотрела на тебя, зацепилась, сука, за край. Жесть, просто последний момент. Осторожно, там бомба. Там мина лежит, ребят. Пускай они вон выходят. Сейчас я попробую в мину попасть, но там мопцы, я в них целую, блин. Вон она загорелась, видите? Это я. А ты попал? Красавчик. Лучники, блин, все-таки могут выбить себе цели. Это хорошо. А вот маги. Класс, я его загородил, не пропустил. Ого! Тут клинок прикольный. Воу, нормально башенка. Просто высыпались. О, зелье снадобья, найс. Работает. Да, ребят, подойдите все к сушилке и пощупайте высушенный мех на всякий пожарный. Я там чуть-чуть сделала. Нам Морг дали сейчас квест «Вечное волшебство». Ты взял у алхимика? Угу, сейчас читаю, да, что он там говорит. Ну, Морг, тебе там хватает муки? А, сейчас смотрю, сколько надо вообще здесь. Ну, два... Два, девять... Тринадцать... Пятнадцать... 15 на сет надо. Всего-навсего. А ведь были веревки, Морг, были. Ну, там травы много, пофиг, в принципе. Ну, мы старались, собирали, знаешь ли. У нас целый рейд был за травой. Тут что-то какая-то с кустами беда вообще. Мало их как-то. Ну да, здесь местечко такое, лысенькое. Только барашки и водятся. Капец. Вот я один сундук сейчас просто освободила, потому что там лежит то же самое, что лежит в другом сундуке. Все, накрафтил. А где мука костная еще лежит? А, ну она вот здесь лежала. Вот она, 10 штучек в серединке. Сейчас еще принесу. Не-не, все, мне не надо больше. Ну, типа, там кому-то еще надо несить, конечно. Ну, мне надо будет сет сделать. Это себе весь сет сделать? Да. Что-то я не вижу, чтоб ты был дофига магом. Ну, сейчас переоденусь. Там маг просто на пугало похож, я помню этот сет. Во! Сам делишный колдун. Ну, теперь ну, тогда я буду. Просто с этими усами, конечно. Мор. А. Ты мой брат. О. Где усы? Да в смысле? Подожди, ну я же девочка. Подожди, у нас же магов это не работает. Так, где усы? Это магические усы. Подожди, нет. Раньше, помню, кузница крафтилась там лютый. Все, есть кроме камня? Пойду камень копать. Да в смысле? Есть камень. Подожди, сейчас переложу его. Он просто лежит за ненадобностью в самом дальнем сундучке. Я сейчас кинул. Костер, камень. Что значит мешок со знаком вопроса? Я не понимаю. Мешок — это то, что увеличивает твой рюкзак.
Рюкзак — это для того, чтобы собирать, точнее, резать предметы. А резак — это для того, чтобы собирать предметы. Ну, ты поняла. Кто понял, тот понял, как говорится. Да-да-да. А кто не понял, тот сабнафтику не смотрел. Ну что, мы идем куда-то? Надо фармить железку эту, или что там? Я бы предложила сходить за вечным заклинанием для Морка и по пути пофармить. Ну, пойдемте тогда. Это куда? Это с правой стороны, там, где темно, между двух часовен пламени, вопрос. Вечное заклинание, да? Да. В принципе, нормально. А не проще опять будет с той башни, как мы тогда бегали до охотницы? Через охотницу, и там хотя бы нет, это не туман. Просто башня, она вон там. Я понимаю, да, вон. А куда мы вообще идем? Ну, в башню. Нам вон куда. Нам надо вон ту башню вообще открыть. Вон ту. Ну, мы можем как-нибудь здесь быстренько пробежаться, или там по краешку тихонечко, там тоже туман вроде нету. Видишь, впереди лава. Ой, блин, а тут ребята резнулись. Или вы их не убили всех? Да не, резнулись. Не, резнулись, убивали. Блин, в ночь пришли. Ну, ночь ничего тут не делает, кроме того, что тупо темно. Ну, почему? По ночам синенькие вылезают. А, ну и блин, ну у нас не та локация, где они вылезают постоянно в таких количествах и такой опасности. А, кстати, здесь вот мост есть, Толь, смотри. Смотри. Тут есть мостик через эту магмалаву. А если в воздухе закрыть, короче, этот парашют свой, потом откроется или нет? Ты начнешь, да. Во, мостик. Ребзи, мостик вот тут. Ты глянь, сколько этих челиков тут. О, нифига себе. Так это же это споры, ребят. Ты еще и волк, блин. Ау. Какой лич? Я только вижу этот. Вон он летает. Видишь, тряпочка летает вон там. А, так гриб этот. Ну как вышло? Кольцо гнили. О, тут есть подышать, здесь еще. Ну это на прозапас. Ну да. Тут челиков ядрись много всяких. Где? А, вон. Так надо бить. О, тряпочка. Воу-воу-воу. Так. А осторожно, лич прибыла блокируется. Но никто не убирает. А вот дядя с мечом. Ау-воу-воу. Жесть опять на меня. Там лучник, ребят, лучник где-то стреляет. А он здоровый дядя стоит с большим мечом. Остров, спасибо большое. О, здорово, дядя. О. Кто это был? О, блин. Так нет, это какой? Это какой-то не босс, а просто чел, похож на босса. Не, это мини-босс. Я его вожу, сколько могу, стреляйте в него полностью. А, переодевай. Лич прилетел. На тебе. Еще где-то лучник. Все, убил. Убили босса. Где-то лучник, ребят. Вот он. Сверху лич. Ну что, пошли это бить теперь? Или там еще где-то ребзи затесались? Там тоже еще орёт. О. Блин, что-то так мало дают этих, как будто бы, поинтов на прокачку. По ощущениям. Ну, веточку тебе прокачать в итоге хватит. И даже две. Вон лич, ребят, еще. Лич не блокируется, в смысле, атаки его вроде как не блокируются. Блин.
Ну орёт он, конечно, капец. Зато с него падает цельное ядро пелены. А ядро пелены делается из 10 сфер, и там еще жидкая пелена нужна. Мы прошли, ребят. Так, и где мы? Назад надо вернуться. Да, что-то мы куда-то не туда пошли. Там 7 уровень все-таки. Чё? Да выглядело так, как будто вам всем разом хп снесли. А, так внизу. А, mm-hmm. Или мы в радиусе уже? Нет, не, мы не в радиусе. Да, где? Да, вниз. 40 метров еще. Ну там магмалава. Место ниже написано. Да, да, оно там сейчас. Локация достигнута. Тут что ли, внутри? А пойдем вниз? Да, ну да, да, да. По-любому. Оу. Зелененький челик. О. Блин, прикольно, я прилетела. Так, еще здесь вечная ледяная стрела. Вечная, и она вся твоя. Кайф. Ты можешь бесконечно фигачить ее. Но у всего классного есть свои минусы, Морг. Поэтому... Да, посох, да, он супер медленный и стреляет. Пока там долетит до врага, он уже уклоняется 10 но раз. Он очень мощный. У них очень мощная атака у этих скиллов. Там потом еще огненный будет у тебя этот фаербол вечный. Тоже потом по квестам откроется. И он будет вообще там лютый, но долго кастуется, но против боссов, прям когда у тебя дефают танки или кто-то отвлекает босса, это прям очень вкусно. Блин, что-то такое знакомое, баг, предметы исчезают. Да-да, у меня почему-то тоже какое-то дежавю случилось, типа где-то такое было. Ну-то я с этим столкнулась, не понаслышке. Ребята, у нас новая кровать, ей! Смотрите, ура! Какая клёвая. Всё, барин улёг. Вот так вот сидеть, да? Вот так вот лежать там. Короче, Морг возлежит, а мы такие тут это кружком стараемся, молимся на него. О, великий рандом подребнет. И ёжик по стене побежал оттуда сразу. У нас, конечно, есть интересное решение, прям как бы дверь, и напротив двери сразу стол стоит с посудой. Я не знаю, кто это сделал, но явно не я. Я ставила тогда мебель, раскидаю по бокам просто, чтобы потом передвинуть, а Морг потом туда накидал посуду. Что ж. Это еще было до дома. Но нет, надо... Это уже после, подожди. Не-не-не, посуды я ставила еще, этих не было, стен даже не было. Это пол стоял просто в районе где-то вот где-то. Поскольку двери по всем сторонам света стоят. Да у нас и так-то сундуки на проходе стоят. Вообще все надо снести и переделать. Согласна. Куда мы собираемся сейчас? Часовня пламени? Ну, можно в нее сначала. Там просто еще снизу он есть часовня пламени, потом еще святилище пламени, как раз плотник, если так круг сделать. Ну, давай веди тогда. Вот, ну, в эту. Часовню. Ну да. Она справа. Вот там, куда я смотрю, туда. Ну да, вон там. А тут что такое, что такое, что это? Что может, это? Не совсем внизу? А где ты вообще есть? Я тебя потеряла. Да я вон тут внизу приземлился. Это какая-то шахта или что-то такое. О, блин, я думал, ты кто-то... Жесть, я думал, ты кто-то из нас. Казалось. Ой, седьмой уровень, осторожно там. У нас были уже седьмого. Я понимаю, но они все еще больно для нас. Верю. Но пока это повезло, он меня игнорировал. Вообще. Какая-то шахта просто. Это просто это... Просто кремень? Да.
Ребят, эта тварь бегает, прыгает и очень больно бьет по площади. Держитесь подальше, кто там. Я когда его убивала, он у меня в заборе забаговался, я его просто. А у меня вот так... там вот забаговался. Ищем баг, да? Буян Вука. Для начала надо убить танк какой-нибудь должен держать на себе босса, а мы поубиваем шамана. А опять не вижу, блин, хп у них. Сейчас прыгнет. Ёжик, берегись. Все, мелкие убиты. Да, и ёжик померла. Но ее сейчас не поднять, прям на пути его прыжка. Не стало. А он пока передумал еще в пути прыжка. Ой-ой-ой. Тоже. Да. Ух ё! Морг! Буквально вот так. Так, он на мне. Кто-то живой, убегаете? Да, убегай. Убегаю, но резнуть нас все равно не выйдет у нее. Нам придется вставать, ребят. Понимаю. Так. Ну, здравствуй. А он так, сам... Я померла в луже. Блин, он повернулся. Он сам агрится, если его не бить? Да, агрится. Понял! А почему? Почему нет? О. Блин, собака спрятается еще. Ох, тяжело. О, он еще... Он прячется. По нему, слушайте, огнем супер лупит. Он прям вообще... Да-да. Ребят, блочить его... А мне ему, правда, тоже по жопе дают. Блочить его нет смысла, уворачивайтесь. Ага, Морг, а ты можешь огненным шаром жахнуть? Я так и делаю. Там урон нормально, только по нему херячит. Сейчас психовать начнет. Грешка везде. Блин! Нормально? Блин, ну зачнись, когда не пробивается практически. В смысле не пробивается щит? Он сам не пробивается, когда он стоит в защитной позе такой, типа. Ребят, вы уже почти половину, половину уже снесли, давайте. Нет, Дефрара! Тебе сейчас... Спасибо большое, ты хоть жива хоть сама? Жива. Блин, когда он печется, короче, я тогда пробить не могла. Да, не пробивает. Сейчас еще удар будет. Сзади нормально. Морг замазил сейчас как боженька, просто таким бочком в сторону отошел. И босс мимо прыгнул. Как? Он же от меня отпрыгнул. Блин, жесть. Морг, нет. Я пытался. Я резаю, резаю, резаю. Бежим, бежим. Сейчас морка подниму, пока он там на Надю. Не-не-не, он сюда, он сюда куда-то. Блин, я в килицу успела. Спасибо. Так, ребята, бегайте. Только поел, блин. Пока он на мне там это... Ёжик, уходи, ёжик, уходи, ёжик, уходи, ёжик, уходи отсюда. Так. Да. Осторожно, Каня. Да, он закрылся, не пробиваем. Чуть-чуть осталось, ребят. А, сейчас пробьет. Но... Давайте. Блин, сейчас масуха так будет, кажется. Все. Сейчас будет. Все. Ей.
Орлы. Что там у него за лут? Блин. Я не могу тебя понять, пока умираю. Так, а что, ну, получается, наверх, наверное, сейчас плотника, да, это убрать или что? Да. Угу. Но тут, по идее, должен быть где-то подъем. По идее. Так, а он там мост какой-то. Вот, да, но до него надо добраться. Так, прям вот где обратно? Святилище, и тут подъем на гору. Да? Да. Что-то я это прозевал. Вот, тут логово волчар еще. Орк, подожди. Да, тут сейчас они, мне кажется... Я говорю, когда это... Говорю, на волка отвлеклась, все, у вас уже нет. А, да, и правда, девчонки, идите. Так, и что, и как тут? Ну, походу, по честному слову, как надо это. А, так вот здесь, там крюк. Блин, опасно! Ой, я точно упаду. Нормас, нормас, два раза всего. Страшно. Ёжик, да... Ладно, перелезла. Ёжик, все равно. Как я тебя понимаю? Так, где фрар? Давай, руна! Ой, ну нахер, я здесь просто поднимусь и все. Дефрар, вернись, иди, здесь нужно забраться. Ты такое сухое дерево или что-то такое там, что ли? Ну да, типа... Такое, белая хрень. Только правее, на нас прыгай. Угу. У нас 4 минуты осталось, так что поторопись. Сейчас я иду, иду. Да, давайте просто на границе встанем, подышим, он подойдет сюда и вместе пойдем. А где граница? Ну пойдемте на границу постоим. А там волчары, кстати, будь осторожна. Седьмые волки там были, я просто мимо пробежала них. А все, я уже здесь. А я их сняла. Надо подышать просто. Кто-то рычит опять? Или просто опять окружение? Ой, какой-то пропал. Сейчас не знаю. А? Кто орет? Какие-то щелы опять. Где? Ну там прям орали откуда-то. Это какие-то... О, стреляются, вон стреляются. Стреляются? Да, прилетело прям сюда. Ой, правда стреляют. А вон он, собака, сидит на башне. Я его отлупила. Там а здесь пелены нет, ребята. Здесь нужно подышать. Ой, а там куча жуков, не прыгайте туда. Давайте их вот так побьем сначала. И помирать со страстью не хочется. А там у них спавнер, что ли? Да. Надо туда его это. Я пошла спавнер лупить. Ребята, я в вас верю. Бейте спавнер. Ой, что-то плохо как-то. Там жуки бегут, дефрар, жуки, отвлеки их. Понял. Ой, опять что-то за кто не провалился. Ребят, живите, живитесь. Все нормально, хилимся, живем. Угу. О, тут чел ходит прям жестко. Ой, что до хера здесь. Блин, меня второй убит. Ой. Так, ну. Всем большое. Пытаюсь заброниться немножко. Пока... Как они орут, блин, жесть. Да. Ну, вроде как, это еще пофиксили их крик. Они очень громко... Жесть, просто минус уши. Только сразу отпрыгивай. Надя? Я, кстати... Я пропрыгивала. Я это видел, да? Надя, ёлки-палки. Мы там тебя вряд ли, наверное, достанем. Блин, здесь нельзя подышать, даже отстой. И куда? И что делать? Взорвать? А есть чем взорвать? Блин, я их выложила дома. А у меня есть. Так, сейчас, я тут что-то зачистила, может, это есть сейчас? Нет. Отходите! А, есть взрывы? Да-да-да. У кого беда с пеленой? Могу банку дать. О, там эти, блин.
Ура! Орк, ей, грубые грабли какой-то там. Ну, мы молодцы. Что, получается, у нас только один непись остался, которого нет? Ну, это... Как ее? А я что-то не понял, а как вы вышли? Крестьянка. Так на башенку поднимись, там, где мы дышали, помнишь? Да нет, из крипты самой изначально. Прилетели просто там, на выход. Там сверху... На вход. Там сверху проходишь в другой зал, и дальше карнизик будет. И через него перелетаешь на другую сторону. Вот так и знала, что ее надо было дождаться.